«Национальное достояние». У Государственной филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт оркестра народных инструментов. Искусство игры на них и мастерство изготовления внесены в список устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Наши национальные инструменты универсальны. Они подходят не только для исполнения музыки азербайджанских мелодий. Своим звучанием они раскрывают по-новому и зарубежную классику. К примеру, в программу нашего концерта включена и неаполитанская песенка Петра Чайковского. Солируют на концерте юные молодые музыканты, лауреаты государственных и международных конкурсов. Особое внимание – партиям тористов. Тар – один из самых известных азербайджанских инструментов. Он даже считается своеобразным символом страны. Его главная особенность – долго вибрирующий звук. Свою популярность инструмент приобрел в XVIII веке с развитием музыкального национального направления – мугам, которое также входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. Корпус тара исторически делали из орехового дерева. Первоначально инструмент имел 5 струн, но в конце 19 века его усовершенствовали, и сегодня струн у него 11. На таре я начал учиться играть 5 лет назад. В семье все на нем играли, правда, на любительском уровне. А я хочу и дальше продолжать музицировать. Мечтаю, что однажды сыграю на таре в лондонском королевском Альберт-холле. Как и тар, важна в мугаме кеманча. О ней еще в средневековье слагали стихи азербайджанские поэты. Испокон веков многие считают ее самым мелодичным из всех музыкальных инструментов. Я с этой кеманчой выступал на зарубежных конкурсах и занимал призовые места. Для многих прославленных азербайджанских музыкантов этот инструмент изготавливали специально на заказ. Один из его секретов в том, что чем старше инструмент, тем лучше его звучание. Всего в Азербайджане около 90 национальных музыкальных инструментов. Звучание каждого из них – особая нота в истории культуры страны. Надежда Бузикевич, Кемран Гусейнов, Мурат Гусейнов, Афган Афганзаде, Евразия культурная.